Обращение к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Уважаемый господин президент, 4 июня 2020 года был арестован дипломат, доктор исторических наук, автор 18 книг, видный общественный деятель Платошкин Николай Николаевич. Он был ключевым экспертом на всех ведущих федеральных каналах. Ему предъявили дикое, необоснованное, несуразное обвинение в склонении к беспорядкам с применением оружия. Это полный абсурд. Вы, господин президент, всерьез думаете, что в это кто-то поверит в России и в мире? Николай Платошкин боролся за сохранение наших военных мемориалов в Германии. Он патриот нашей Родины, отмеченный благодарностями Министерством иностранных дел России за отстаивание интересов нашей страны. Мы требуем немедленного освобождения Николая Платошкина и прекращения позорного политического преследования этого человека с отменой предъявленных ему обвинений. Информируем, что на иждивении Платошкина Николая находятся родители. Мама Валентина Николаевна, 81 год. И отец Николай Иванович, 84 года. Оба инвалиды. Отец ходит с трудом, мама после инфаркта. Эти достойные люди могут не пережить арест сына, и возможные последствия будут на вашей совести. Дорогие друзья, мы размещаем открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Нужна ваша помощь. Просим каждого, кого волнует судьба Платошкина Николая и нашей страны, от своего имени отправить это письмо на адрес президента одним из двух способов. Либо почтой России по адресу 103-132, Москва, улица Ильинка, дом 23, в приемную президента, либо через электронную приемную на сайте президента. Ссылка будет в описании к этому видео. А также в описании по ссылке вы сможете скачать само письмо.